должны создавать проблемы в атаке за счет своей скорости. У Барселоны, за исключением действительно отсутствия Месси, он финтит. Прострел, опасный момент, и первый голевой шанс получает Чичарито. Сандро, хороший пас. И вот у него голевой момент, удар! Не удается отличиться молодому барселонцу. Поверьте, это самый опасный человек на подаче углового у Ливеркузена. Опаснее, чем мощный Тай, даже чем Чичарито с его голевым чутьем. Ну, подавать будет, разумеется, Чалхан углу, навес, в ворота подать. Гол! Вот это да! Вот это да! Чалхан углу забивает гол, похоже, прямым ударом с углового. Чем там занимались Терштеген с защитниками, непонятно. А я говорю, предупреждал. Да, Пападополос, вы знаете, это он все-таки забил. Вот, да, кивок, это не угловой. Опережает он Терштегена, который на выходе сыграл далеко не лучшим образом. Не пойму, чем он там так возмущался, то, что не сыграли защитники. Вот он с Суаресом обсуждает, кто кого должен был держать, но мяч во вратарской. Ты выходи с руками, собственно, о чем ему и говорить, Суарес. Выходи так, чтобы вообще никого вокруг не было, если надо. Белораби прет мимо Пике. Что творит? Удар! Выручает Терштеген, но еще Чалханоглу с мячом. Пас! Что творится в штрафной Барселоны? Точнее, не подает, а простреливает. Сандро зацепился за мяч. Ливеркузенцы его пока выбили. А вот и Луис Суарес. Неймар! Не удалось вернуть мяч своему бразильскому партнеру. Ой, как здорово! И теперь уже чудом мяч не оказывается в воротах Лир. Как пробил сейчас Неймар. Вот это было, конечно, топ. Вот это был мировой класс. Слабенький, хитренький удар. Никто не ждал здесь вроде бы подвоха. Но посмотрите, как полетел мяч. Вот здесь финт и какой удар. А, здесь все-таки рикошет был. А дальше спас Бакампль. Что творит? И вот тут уже Белораби получает возможность сыграть. Прострел! И что же делает Чичарито? В выгоднейшей ситуации он бьет куда-то на верхний ярус Камп Ноу. Вот это момент возник у Байрона. И Кислинг выбивает таки мяч. Чалхан углу. Зачем-то пошел обыгрывать Пике. Тот, разумеется, мяч отобрал в такой ситуации. Шерджи Роберто. Пас налево. Альба. Прострел. И гол! И Шерджи Роберто сравнивает счет после того, как Бернт Ленна все-таки отпускает мяч от себя. Смотрите, вот. Нет, это сам Роберто был. И в итоге он же и забил. Первый удар Мунира Лена отбил, но прямо перед собой. Там опять еще и рикошет был какой-то. И Серджи Роберто отправил мяч в ворота. Ну вот, видите, а нет, не рикошет, мяч между ног Роберто прошел. Что, наверное, слегка дезориентировало вратаря. И 1-1. И потом она Барселона, она знает, как дожимать в таких ситуациях соперника. Пике. Передача налево. Алвес. Мунир. Эль-Хадади против Пападополоса. И проходит Мунир. Передача. Суарес. И вот он. Вот он удар Луиса Суареса. То, чего он ждал весь матч. Ломило ход этого матча. Вот он этот момент, видите. Убирает Мунир Крамера. И вот он удар Суареса. Не берущийся абсолютно. Он уже знал, что мяч зайдет, мне кажется, когда он бил.